В многопрофильном лицее прозвенел последний школьный звонок. На торжественной линейке учителя и родители желали выпускникам удачи и давали советы на пороге взрослой жизни. Позади домашние задания, контрольные работы и шумные перемены. Для 213 лицеистов звенит последний школьный звонок. Впереди выпускные экзамены, а пока в адрес выпускников звучат искренние поздравления и самые добрые пожелания. Я желаю вам пройти по жизни своим собственным путем, прожить жизнь своим собственным умом и найти в ней то, что вам реально интересно и для вас реально важно. От депутатов городской думы хочу поздравить вас с окончанием школы. Хочу пожелать, чтобы все ваши начинания сбывались, чтобы вы всегда чувствовали поддержку своих товарищей, чтобы никогда не забывали педагогов, которые вложили в вас всю душу. В добрый путь! На пороге взрослой жизни стоят победители окружных и всероссийских конкурсов и олимпиад, научных конференций и те, кому только предстоит покорять новые высоты. Доброго и легкого вам пути! Благополучия, целеустремленности, отсутствия преград на пути достижению важных целей. Особые слова благодарности в адрес педагогов и классных руководителей. За 2 года они стали верными друзьями, наставниками и помощниками без 5 минут абитуриентов. Они же дают своим ученикам ценные советы и напутствия. Мы желаем вам счастья, и чтобы этого счастья хватило на всех. И чуть-чуть осталось для этого окружающего мира. Пусть мир будет добр к вам, и на всем длинном жизненном пути вам встречаются только искренние люди. Сегодня они прощаются с лицеем. Впереди новая жизнь. Выпускники признаются, для них это одновременно радостный и грустный праздник. В завершении линейки у лицея звучит такой же трогательный школьный вальс. Школьные годы чудесные. Они оставили у муравленковских выпускников лишь теплые воспоминания и чувство благодарности к учителям и родителям. Сегодня нам всем можно порадоваться, что в жизни каждого из нас случился лицей и что нам точно есть что вспомнить. Было очень волнительно, но одновременно радостно и как-то и грустно. И самый последний день в школе мы прожили и насладились этим днем. Чувство небольшого волнения, потому что впереди ждет еще очень много нового. Я поступаю в вуз, и это будет, я думаю, очень сильно отличаться от лицея. Ну, конечно, переполняет чувство гордости. Рада, что у меня такой сын. Хочется пожелать ему только хорошего, доброго пути, легкого, успехов в сдаче экзаменов всем ученикам и ему, конечно. Заключительным аккордом последнего звонка по традиции стал концерт в городском доме культуры Украина. Впереди ребят ждет государственная итоговая аттестация и новая неизведанная жизнь. Последний звонок, пустые слезы, взрослая жизнь, видимо, школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Юлия Лучникова, Вероника Лотарева, Петр Князев. Новости Муравленко.